Добрый день, друзья! Уже почти год наша компания предоставляет фармацевтическим компаниям сервис квалифицированных внештатных специалистов, поддерживающих процессы по маркировке. Наши специалисты по управлению данными или операторы обмена берут на себя большой объем рутинной работы, следят за поставками и отчетностью, обеспечивают ручной ввод данных, управляют инцидентами и по ходу работы создают памятки и инструкции, ведут отраслевую базу знаний. Сегодня я бы хотел поделиться направлениями, по которым мы будем развиваться в ближайшие несколько месяцев. Всего у нас будет три основных приоритета. Первое. Мы будем продолжать поддержку наших клиентов, обеспечивая максимально гибкий и комфортный сервис. В период стабилизации работы систем это особенно важно. У многих компаний наблюдаются схожие проблемы, особенно если они касаются взаимодействия с ЦРПТ, прослеживание инцидентов и разбора накопившихся непроведенных событий в цепочке поставок. Это особенно важно в пиковые для фармацевтической отрасли периоды, например, в конце года. Для этого мы увеличиваем наш штат сотрудников, давая вам возможность временно увеличить объемы трудозатрат по ручным операциям. Второе. Во многих фармкомпаниях уже достаточно хорошо определились задачи, связанные с маркировкой. Стал понятен объем работ, стали понятны процессы. Мы хотим упростить вашу работу и сделать наш сервис более целостным. Помимо основных задач по работе с данными, по поиску и исправлению ошибок, заведению инцидентов, взаимодействию с МДЛП, мы готовы помогать в организации системы оперативной отчетности, готовы координировать ежедневную работу, связанную с контролем процессов по маркировке, анализировать влияние изменений на процессы и системы, определять потребности в изменениях. То есть предоставлять полноценный сервис по аутсорсингу непрофильных организационных и управленческих задач, связанных с маркировкой. При этом делать для вас процесс прозрачным и управляемым. Это должно сильно разгрузить менеджеров по логистике и IT-сервисы от рутинной и непрофильной работы, помочь им сосредоточиться на развитии и улучшении основных процессов. Наше третье направление – это работа над дополнительными программными решениями. Многим из вас важна статистика и BI-аналитика. Уже сейчас мы содействуем в разработке показателей проектирования таких систем и рассматриваем возможность их интеграции в наш сервис. Это позволит регулярно предоставлять сводную отчетность по эффективности процессов по маркировке и качеству работы поставщиков. Также в перспективе наша отрасль может прийти к регулированию процессов обработки уведомлений и жалоб от клиентов и потребителей, отправленных через честный знак или систему Росздравнадзора. Быстрая реакция на такие уведомления будет необходимостью, а это станет возможным при подключении системы обработки уведомлений, которая тоже может стать частью нашего сервиса. Все это мы будем готовы предложить нашим текущим и будущим клиентам. И в заключение я бы хотел сказать большое спасибо нашим клиентам, которые помогают нам двигаться вперед и задают вектор развития нашего сервиса. Я уверен, что наша совместная работа поможет эффективнее обеспечивать потребителей лекарственными препаратами и полностью соблюдать законодательные требования по маркировке. Будьте здоровы!